Что у нас теперь? А что у нас теперь? Да это ваш выбор. Это стильная джинсовая юбка Estella. Вот я помню, Надя, когда я училась в институте, я гонялась за такой джинсовой юбкой, но тогда была фирма Montana, и она стоила бешеных денег. А я помню, у моей мамы была такая юбка. Какая же она была элегантная в этой юбке, потому что длина, посмотрите, какая комфортная. 2690 рублей. Внимание! За новинку, за новую осеннюю коллекцию встречайте нашу комфортную юбку из денима Estella. Размеры есть до 66-го и 300 рублей в вашей экономии. Ну что ж, мои дорогие, я сегодня не случайно выбрала эту стильную юбку, потому что она действительно меня стройнит. Если вы прямо сейчас хотите постройнеть, ведь это возможно, выберите правильные вещи. Я расскажу все секреты, почему именно эта юбка стройнит. Весь секрет, конечно же, в правильной ткани. Давайте посмотрим на нашу Любу. Она выбирает сегодня стильную футболку Денис и юбку Estella. Наша модница носит 52 размер и выбирает для себя юбку Estella размер в размер. Обратите внимание на длину изделия. Длина нашей юбки 75 сантиметров. И эта юбка прикрывает колени. Стильная юбка-карандаш. Ты знаешь, я думаю, что у наших телезрителей есть вопрос. Вот кто нас смотрит сейчас, эта юбка, она плотная, как джинса, или все-таки она подтягивается? Это важно, потому что все-таки бедра у всех разной ширины. Светлана, что давай скажешь? Прямо сейчас проведем эксперимент. Раз ты стоишь у юбки, я хочу, чтобы вы все увидели и внимательно посмотрели на эту ткань. Давайте Надя сейчас покажет вам четырехмерная эластичность юбки. О чем это говорит? И по диагонали, и в ширину тянется наша ткань. Девочки, внимание, она сядет на любую фигуру и на вашу фигуру. Обратите внимание на заднюю часть, ведь у нас еще есть кокетка. Посмотрите, Надя, покажи вот в зоне пояса, что она нам дает. Тоже идеальную посадку. Идеальная посадка, идеальная юбка, идеальный цвет деним, который уже несколько столетий остается актуальным и будет популярным и в следующем столетии тоже. 2690 рублей за классическую голубую юбку из джинсы. Посмотрите, как она преображает нашу Любу. Ну что ж, вы разве скажете, что у Любы 52 размер? Правда, никогда. Максимум 46-48, потому что именно эта юбка, посмотрите, вот они бедра, и эта юбка стройнит нашу Любу. Вертикальный шов, который переходит в шлицу, также выполняет функцию стройного силуэта. И посмотрите, мои дорогие, ведь ваши движения никогда не будут скованы, потому что здесь все продумано до мелочей. Я сейчас сама лично выбираю для себя эту юбку, и я демонстрирую вам, насколько комфортно я себя чувствую. Посмотрите, ваши шаги никогда не будут скованы. Эта юбка, действительно, эта юбка подарит вам свободу. Ну и, конечно же, стройные ножки, стильная джинсовая юбка. И сегодня для себя я также выбираю эту юбку 52 размера и сочетаю ее еще и с топом. Вы знаешь, Светлана, многие спрашивают, почему наши ведущие выглядят такими стройными? Ведь телевизор, по идее, добавляет 5 лишних килограммов. Дело в том, что мы выбираем просто правильные вещи. Нам повезло, мы работаем с командой стилистов. Они нам предлагают вот такие удачные модели. А мы их, в свою очередь, предлагаем вам, наши красавицы. Вот вы сейчас смотрите на эту юбку, думаете, да, красивая, действительно эксклюзивная юбка, какая у нее яркая отстрочка, вообще красиво смотрится. Сядет ли она на меня? Сядет и будет украшать, я вас уверяю. До 66 размера есть пока еще, но поторопитесь, вы сами прекрасно понимаете. Сейчас начнутся звонки и заказы. Успейте заказать свой размер. У нас пока есть один свободный оператор, он ждет вашего звонка. Ну что ж, вы думаете, как можно постройнеть без всяких диет? Можно. Выберите стильную юбку, джинсовую юбку Estella. В состав этой ткани входит и хлопок, и спандекс. Благодаря спандексу эта юбка утянет вашу фигуру, и вы будете казаться стройнее на несколько килограммов. Скинуть килограммы без помощи диет – это возможно. Шоп-н-шоу дарит вам эту возможность, мои дорогие. 2690 рублей за вашу стройную фигуру. За вашу стройную фигуру, да. Но скажите, разве это деньги за то, чтобы быть красавицей, стройной, молодой, статной? Нет, конечно. 2690 рублей – это совсем не та цена. Эту юбку вы могли бы встретить в магазине и за 7 тысяч. Вы знаете, многие готовы выложить и такие деньги. 2690 рублей за нашу прекрасную, великолепную юбку.